17 октября в Бобруйске пройдет прямая телефонная линия. На вопросы горожан ответят управляющий делами Бобруйского горисполкома Людмила Погуда, заместитель главы администрации Ленинского района Виталий Гроховский и первый заместитель главы администрации Первомайского района Сергей Лоцкий. На звонки будут отвечать с 9 до 12. Телефоны для связи на ваших экранах. Накануне стартовало движение «Человек с белой тростью». В регионе пройдет ряд мероприятий. Среди них круглые столы, часы толерантности, музыкальный конкурс, информационный тренинг, открытый областной чемпионат по плаванию. Ярмарка «Золотая осень» приглашает горожан за покупками. Приобрести дары природы можно 17 и 18 октября. Режим работы с 9 утра до 3. Сельскохозяйственные ряды расположатся вдоль Горького, 41. Беларусьбанк возобновил выдачу льготных кредитов на жилье. Прием заявок начался с 15 октября. Условия остаются прежними. Ставка рефинансирования увеличена на 3%. Субсидию могут получить отдельные категории белорусов, включая многодетные семьи. Региональный отбор на конкурсы «Славянского базара 2021» пройдет в Могилеве 18 ноября. В отборочном туре фестиваля могут поучаствовать юные белорусы в возрасте от 8 до 14. В отборе на конкурс исполнители эстрадной песни заявки принимаются от артистов от 18 до 31.